Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Васаки Басинду Вевача Патитананг Павуне Бхавишна Вибью Наму Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хети Грим Ятки Патам Аханг Банде Парама Ананда Мадавам Бринда Вайту Сиде Вайпия Вайкеш Васача Снавакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскитта наранчайва нараттамам Девин сарасватин васам тато жайо мудире Санкиртане кишна катупадеш Гаурия патрашо пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхабагна Мабиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Витатихам Панатопал Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Муни Чатая Биспуриджита кимапикабабадушвадарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадхикамай када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхарасивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна 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 Харе Харе Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака бадату Санкиртанай капитарау камалайатакшо Вишамбарау дижаварау джугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхаван Рупена Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадане Лакшмир Джасша Чавакшаши Джасьясте Хидая Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Дхейям сада парибхабагна мавиштадухам Тиртас падам сива виранчанутам сараньям
Питатиам Панотопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Стекта Дустаджа Сурепси Тараджа Локшим Дхармишта Арджа Вачаса Джадага Дараньям Майя Миго Дейтап Ситам Бадхавадо Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ом намо Бхагавате Парамахамса Расасадито Чарана Камала Чинмакарандаю Бхакта Джанаманаса Нивасаю Сирам Чандраю намо намаха Ом намо Бхагавате Парамахамса Расасадито Чарана Камала Чинмакарандаю Бхакта Джанаманаса Нивасаю Сирам Чандраю намо намаха Горья Гостхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told Годи Гостхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Парамахамса Джагадгуру сказал, что южноиндийские люди до сих пор не понимают. Ничего о лилах Бхагавана Шри Кришны. Я имею в виду Кришна лила. Бхагаван настолько запутана, сложна для понимания, она настолько сокровенна, что обычные люди не могут найти конец и начало, хвост и голову буквально. И Шрила Прабхупад говорит, до сегодняшнего дня южноиндийские люди не понимают ничего о сокровенной сути Кришна лилы. Они думают, что Рама-лила более практична, поскольку Рамачандра он олицетворение морали со своей божественной супругой, Лакшминарайна еще проще. А Кришна кто такой вообще? Столько гопи, что это, ерунда какая-то. И вот до сегодняшнего дня у них нет никакого представления о Кришна-лиле. И вот в нашем обществе есть такая поговорка, что charity begins at home, английский, то есть нужно с себя начать буквально. То есть нужно сначала порядок в своей стране навести, а потом уже к другим лезть. И вот в различных частях Индии, если посмотреть, многие люди не имеют никакого представления о Шичитане Махапрабху, даже имени его не слышали, не то что представление иметь. Кто такой Нитянанда, но мы заняты, ну, в смысле, некоторые проповеди за границей. И Шрила Прабхупад говорит, вначале мы должны проповедовать себя. И если наша проповедь совершена, то тогда мы можем проповедовать дальше, поскольку проповедь значит, когда вы обретаете столько милости, что она льется вокруг. А если у вас нет милости, у вас нет даршана, гуру, вайшнав и бхагавана, и вот Шрила Бхакти Прамод Госвами Махарадж говорил, что какая проповедь, совершайте баджан. Это говорил тем, кто хотели у него попросить разрешения проповедовать по всему миру. И вот он таким говорил, что какая проповедь, совершайте баджан. И вот даже не то, что в Южной Индии, даже в Варанаси, Шри Чайтанья Махапрабху, после того, как Шри Чайтанья Махапрабху он посетил Варанаси, там было огромное, огромный сдвиг, многое изменилось, но сейчас, к сожалению, все вернулось назад. Вот, Махарадж там был лет 18 назад, говорил Харикатху в одном матхе там, основанном Шрилы Прабхупады, куда идти там, одни мои вади, мы поклонились им. И что же делать? Никакой проповеди там не происходило, а вся Южная Индия можно тоже посмотреть там максимум. Может, Шри Сампрадая там
Мадва Сампада или какие-то Майвади. Шанкар Сампада. Вот такое плачевное состояние. Даже в Индии, так или иначе, мы хотим обсудить особенности Рамачандры. Мы хотим понять разницу между Рамачандрой и Кришначандрой. И вот Шрила Прабхупад говорит, что Рамачандра, он Марьяда Пурушоттама. Марьяда значит, Марьяда значит олицетворение морали. Он делает все так, чтобы ни у кого не было никаких сомнений и левых мыслей про него. Поскольку для обусловленных душ сомневаться и подозревать во всем это естественно. И вот обусловлен душем, что все, что не говори, во всем они сомневаются и подозревают что-то не то. Но Мухта Пуруш, у них нет сомнения о Гуру Татве, Вайшнава Татве, Бхагава Татве. Они не критикуют никого. И вот Марьяда Пурушоттама, Бхагаван Рамачандра. Вчера я говорил так много вещей, хотел сказать. И вот каждую мысль нужно очень глубоко разворачивать, но времени на все не было. И вот те, кто атмавид, те, кто видит душу буквально, даже И вот Бхагаван Си Кришна, Бхагаван Си Кришна, кто сам Парабрама, Паракилешвара, кто может ожидать, получить почтение, поклон от Рамачандры или Кришначандры. Они сам Парабрама. Кто может ожидать почтение, поклон от Рамачандры или Кришначандры или от Гуранги? Поскольку куда бы вы ни смотрели, все, что видимо или невидимо, это все Брахма. Кто такой Брахма, я расскажу. И вот однажды Ягьявалка находился с сыном Баджан Кутири, и два его сына пришли из Гурукулы. И вот они отправились в Гурукулу, чтобы обрести Брахма-гьяну. И вот они пришли, поклонились отцу Ягьявалке. Ягьявалка был очень счастлив видеть их, сказал, садитесь. И Ягьявалка спросил старшего сына: «О, мой сын, что ты узнал из своей Гурукулы о Брахма-татве? Каково твое осознание? Я хочу услышать». И вот он начал говорить, рассказывать. И Ягьявалка сказал: «Хватит, остановись». Поскольку Ягьявалка понял, что он
что-то запомнил и говорить, но это не были слова из сердца. Поэтому сказал: остановись, не хочу слушать твоих лекций. Мы не заинтересованы в том, чтобы слушать лекции. Мы хотим понять то, что вы осознали. И вот там младший сын, отец, сказал: пожалуйста, объясни, как ты понял Брахма-таттву. Кто такой Брахман? Этот маленький сын посмотрел на лотосные стопы отца, посмотрел на его лицо, посмотрел на стопы опять и не мог ничего сказать. Йоги-Валка понял: о, мой сын, я понял, что ты понял, что такое Брахма-таттва. Брахма-таттва – такая таттва, которая не может быть объяснена языком. Любое количество языка, образования, высоких слов – этого мало, чтобы осознать Брахма-таттву. Будьте осторожны. Шри Рамачандра, он Парад-Паракилешвара, Парабрама. Если Рамачандра выражает почтение Васишта Муни или какому-то Муни или какому-то отцу, будьте уверены, Рамачандра выражает почтение самому себе, поскольку все Брахма. Это естественно. Вишвамитра Муни, Рамачандра. Как он следовал своему Гурудеву, вот это нечто великолепное, это нечто грандиозное, а сейчас, к сожалению, мало, если вообще можно найти такие примеры. Люди стремятся к каким-то деньгам, какой-то дешевой славе и прочим мелочам. А мало кто сможет поклясться, что он хочет именно достичь Бхагавана. Люди хотят каких-то посторонних вещей. Настолько глупые. Мы пришли совершать Харибаджан из столь далека, оставив все, чтобы посвятить свою жизнь Садгуру и совершать Бхаджан Кришне, Кришне Чайтанья Махапрабху. Некоторые отклоняются и стремятся к каким-то деньгам или дешевой славе. Почему вчера жестко говорил, что иногда проще принять яд и умереть. Но все же мы не должны стремиться к лабхи, пуджи и прачишчи. И вот ситуация очень плачевна. Я хочу объяснить, что такое подлинное значение проповеди много раз. Раньше я говорил, и что такое активная проповедь, все хочу объяснить. Массивная проповедь, что такое. И вот Рамачандра не мог найти никого во всей Вселенной, кому бы он мог бы выразить почтение. Но все же он кланялся старшим, отцу, матери, гуру, чтобы дать нам пример. Чайтанья Махапрабху, он прикасался к лотосным стопам своего гуру. Почему? Чтобы дать нам пример. Чайтанья Махапрабху на самом деле не мог бы найти никого, кому бы он мог поклониться, поскольку он сам Парабраман, Паракилешвар. Он сам Верховный, изначальный Верховный Господь. И вот я хочу объяснить основную разницу между Рамачандрой и Кришначандрой, какова Сиддханта. И говоря искренне, разницы между Рамачандрой и Кришначандрой нет. Сиддханта-тасту-аведе-оби, Си-Иша-Кришна-Сарупаю.
Mahaprabhu and Vaikunth Bhatta discussing, there is one very secret Siddhanta. Try to memorize, you will have to speak Harikatha. Мы должны осознать и говорить Харикатху, если мы не сможем повторить то, что услышали, осознать это нельзя сказать, что вы слушали по-настоящему. Один царь южноиндийский Куласека, он говорил вот такие слова, выражая свое почтение. «О Бхагаван, если ты хочешь дать какую-то милость мне, то дай мне понимание, что я слуга, слуги Гуру Вайшнавов. И хотя у меня нет никакой значимости, я относительно всего этого мира, я никто, хотя являюсь царем. Кто я? Относительно этого всего вечного мира. Что говорить об Атма-таттве? Не все даже понимают, что они вскоре умрут, жизнь она не вечна. Хотя люди могут говорить какие-то лекции о том, что жизнь не вечна, но понять и осознать это далеко не каждый может. Как некоторые проповедники хранят кучу денег в банке, а сами говорят о каком-то отречении и прочих высоких вещах, не имеющих никакой связи с их жизнью. Но это как обезьянье, так и проповедь получается. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура еще 150 лет назад предсказал, что из-за влияния кали и безответственных, халатных людей, захватывающих посты ачарьи, будет оскверняться это учение Шрила Бхактивинода Тхакура. И вот, к сожалению, можно наблюдать вот такую бенгальскую поговорку. То, что не говорить плохо ни о ком, и они о вас плохо не будут говорить. Ну, в смысле, скрывать чьи-то недостатки, пороки, и, ну, такое, как сказать, взаимовыручка под всех душ. Вот как какой-то ачарья нес какую-то ерунду. Я ему указал на это, а тот сказал, хорошо, мы посмотрим. Если это Rascal, you are idiot number one.
election, you cannot get the place in foreign country. They can kick you. Ну или люди, чтобы проповедовать в каких-то странах, идут на любые хитрости и компромиссы с кем попало, чтобы их там не выгнали или как-то не мешали проповедовать или еще что-то. Ну такие. Jo bhakti, jo bhakti nairohitam, jo bhakti, who is speaking? Jo bhakti nairohitam, annayena srinoti jo, to uho, and rajataha nirayam kalamakshayam. He who is speaking wrong siddhanta. И вот тот, кто говорит неправильно сиддханту, ложно сиддханту, его последователи. Это последователи этого ложного гуру, с его ложной сиддхантой, они все отправятся в ад. Питамаха Бишма. Он среди 12 вот этих еще перечисленных великих душ Махаджан. Избавиться от майи очень сложно. Просто носить шафрановую одежду, занимать пост какого-то гуру, это мало. Или сидеть на вьясасане, это ничего не имеет представления. Атматтатве такое часто бывает. Как вот один этот ачарья, ну, человек, занимающий пост ачарья, пришел к Гуру Махараджу, спросил вопрос, какую манту, когда повторяет аник, повторять первую, какую вторую. То есть такие дурацкие вопросы задает человек, занимающий пост ачарья. Это говорит все о том, что явно он не на своем месте. Ну, к сожалению, такое часто бывает. И таким образом Питамаха Бишма говорит, если гуру говорит какую-то ересь, у которого нет представления о том, что делать, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать, где есть сиддханта, а где нет, то есть какой-то глупый человек. И вот Питамаха Бишма говорит, что такого гуру нужно отвергнуть, поскольку мы не получим никакого блага от следования ему. Что такое дикша, подлинная дикша и ложная, это огромная разница. И что такое подлинная дикша, если вы предались полностью и гуру примет вас всем сердцем, то тогда почему мы не получаем дивья гьяну?
что говорить о Диве Гьяне, трансцендентном знании, часто в людях нет даже обычного здравого смысла, и они бывают еще, что занимают посты ачари. И вот в одной шастре сказано, что матаджи не могут быть ачарьями, но опять джахна мата такурани, если она или ганга мата такурани, их случаи особые, они не женщины, они шакти. Они шакти. Если вы хотите сравнить себя с вами или с Джахнамата Такурани, то тогда вы отправитесь в ад. Они совершенно отличны от нас. Махарадж статью на эту тему напишет. И вот Питамаха Бишма говорит, таких бестолковых гуру нужно оставить. И вот Кришна Татва, Рама Татва, и Венкатбхата. И вот в соответствии с Сиддханта Махапрабху отвечает Венкатбхате, в соответствии с Сиддханта Вичаре. Нет разницы между Рамачандрой и Кришной, но все же есть разница. Разница относительно лилы. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Брахме, Брахма Самхите, если одна лампада, вот на Радхакунде я был случайно, давно достаточно, я видел тысячи лампад. Ну, эти масляные, видите, каких-то масляные светильники, фитилек в масляном, масляной емкости глиняной. И вот когда они зажигают все эти масляные светильники, лампады, очень красиво все выглядит, и выглядит, что все эти эти масляные, эти как там, дипы, вот, дипы, ну это представляет собой фитилек глиняные чашечки, их поджигают, и вот если обычно одну лампадку такую поджигают, потом все остальные, когда они уже все горят, то уже опознать, какая первая из них подожжена, какая вторая, какая там десятая или сотая, уже невозможно. Так и Вишну-таттва. Если пытаться выяснить, кто из Вишну-таттвы более значим или менее значим, как Варахадев хуже, чем Нарисимха, или Кома еще ниже, чем Вараха, то это запутано будет, и толку никакого не будет. Поэтому об этом не говорят. Поскольку Вишну Татва, она вся едина и не отлична, но относительно лилы, Нисимха Дев, он вот этот Рамачандра, он превосходит Нарисимху, а Кришна Чандра превосходит всех. И нет вопроса сравнения даже. Кришна Лила, она самая великолепная, самая насыщенная, самая такая великолепная. В лилах Рамачандра ничего такого не найти, и такого Сиддханта.
И это мы услышали от обсуждения Махапрабху Венкаты Бхаты в Шрирангаме, которое происходило. И вот разница в лиле есть все же. Кришна лила важна, а Рама лила, Рамачандра не. Нет, Махарадж, три шлоки произнес сначала, и он объяснит их третьим шлоком. И вот сначала я хочу рассказать об этой последней шлоке, она очень важна. Вопрос, кто написал эту шлоку. На самом деле, комментатор Бхагаватам Сидар Свамипад написал эту шлоку. Сейчас может вопрос возникнуть, он совершал баджан Кришне, почему он о Рамачандре написал такую замечательную шлоку. Какова причина? Сидар, он не глуп, он хотел принять помощь Рамачандры, чтобы пересечь бесконечный океан Шримад Бхагаватам, который Бхагаватам — это океан бесконечного нектара. И перед тем, как написать этот комментарий, Шридхар Свамипад сказал: «О, как же мост построить через этот океан нектара?» И он вспомнил, как Рамачандра построил храм с Рамешвара до Шри-Ланки. И вот он решил принять прибежище у Рамачандры, чтобы тот помог ему. Помочь, чтобы помог ему осознать Шримад Бхагаватам с начала до конца, и поэтому он написал такую прекрасную шлоку. И вот первая шлока и вторая шлока, она применима к Шри Рамачандре, но также она применима к Гуру Чандре. Я могу объяснить это все. Перед тем, как я встретился с комментарием Вишванатха Чакраварти, у меня была идея, что эти две шлоки применимы к Рамачандре. А Вишванатха Чакраварти пишет: нет, эти шлоки применимы к Гуру Чандре. И о Гуру Чандре я могу сказать сейчас очень обширная тема. И каждый день я чувствую, ну, очень обширная тема, но не успеваю все сказать. И вот. И вот это главная шлока. After that interpretation they can come. Main slok speaking, dheyam
Дия, медитация должна совершаться лотосным стопам Шри, того абсолютной личности Рамачандры. Но четко здесь не говорится Рамачандра, мы должны понять, но понимаете это. Различные проблемы, которые мы встречаемся. Иногда какие-то демоны внутри нас. Они как-то влияют на нас, поскольку каждое сердце в Хираньякашипу в нем. Обусловленные души — это идеализм Кала Кришна Даса. Я в какой-то день объясню. И в любой момент они могут пасть, даже если занимают пост ачарьи. Сиддан, то, что они говорят, делают, говорит о том, что они какие-то сумасшедшие, они не ачарьи. И вот первая шлока, Висадев Госвами пишет, и Шукадев Госвами объясняет, что пересечь эту негативную ситуацию, поскольку, помните, не забывайте, мы как бы идем против потока Майи. Не чувствуйте себя слабыми, пытайтесь обрести силу, могущество Гуру внутри вас, которое подобно огню, и тогда никто не сможет остановить вас. Те, кто обретает Гуру Крипу, они непобедимы. И естественно, мы совершаем Кришна Баджан, Гауранга Баджан. Это значит, мы идем против потока Майи. Майя, она как в реке, если идти против течения, это очень сложно. И вот плыть против течения очень сложно, но мы должны быть достаточно сильны, Майя, она всегда против нас, иногда мы чувствуем слабость, но Гуру Крипа, Вайшнава Крипа, она имеет огромную силу, и благодаря ей мы очень просто сможем пересечь весь этот поток Майи. Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати говорит, пересечь эту майю, когда дживатма тратит много времени, жизни даже за жизнь, но миллионы жизней. Но пересечь... Некоторые думают, что их баджан — это пересечь майю, но Шрила Прабхупад говорит, только тогда, когда вы избавитесь от влияния майи, только тогда ваш харибаджан может начаться. А избавиться от влияния майи — это достаточно простая задача. И Шрила Прабхупад говорит, что если мы потратим всю свою жизнь только для того, чтобы избавиться от влияния майи, то что толку от этого? Наша жизнь будет бесполезна тогда. И с помощью Гуру Крипы мы можем очень просто избавиться от майи. Мы должны совершать парикраму. Это Махарадж любит, но аскез любит. Can
Гуру Махарадж всю жизнь был нескинчен, внешне очень бедно жил. И Вамангасай Махарадж, он также внешне они были очень бедны. Бхагаван заботится обо мне также, что толку думать о чем-то. И до сегодняшнего дня я не могу вспомнить ни единого дня, когда Бхагаван не заботится обо мне. Где бы я ни был, в лесу, в горах или еще где-то, всегда Бхагаван заботился обо мне, посылал какой-то просад. У меня есть непоколебимая вера в Гуру Вайшнава и Бхагавана. И вот смотрите. Мы плывем в океане Майя. Мы должны быть готовы как... И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорил, что мы подобны пожарникам. Если ночью 2 часа ночи пожары не должны, говорить, что он настолько там в 6 утра рабочий день начинается там, и прочее, нет, мы должны встать и бежать, и тушить огонь. Неважно, там в 12 ночи или в 2 часа, или вообще в любое время, нельзя сказать, что завтра придем, там, через неделю. Нет, надо. Мы, участники Гаудия Матха, мы должны делать все сразу, не откладывая. И вот Сиддханта таких участников Гаудия Матха такова, делать все здесь и сейчас. И вот Парибхавагнам, если вы хотите избавиться от всех проблем, Бхава, мы родились в том месте, где множество проблем в нашей жизни. При Бхавагнам Абишта Духам. Абишта Духам значит, какова наша наивысшая цель. Как саду, как ачарья, у нас должно быть наша высшая цель. И, к сожалению, у многих нет цели достичь лотосных стоп Гуранги Махапрабху под именем Гуранги. Но многое можно видеть, у многих нет такой цели в виде их жизни, характер, поведения. И вот Хануман, он получил такую огромную милость от Рамачандры. Почему? Благодаря своему искреннему безраздельному служению, служение оно даст нам милость. Вот и какие-то люди, стремящиеся к славе и почестям, одни проблемы наживают себе. И вот даже один глупый человек представился браманом, пошел в Гокешу Дасбабаджи Махараджу.
Начал рассказывать ему, что он Брахма, что у него тут ноги помыл, вода пропадает, которую он ноги помыл. Кто бы ее выпил? И вот смотрите, как грубо, как плохо этот шудра, представившийся Брахманом, как он себя ведет. Как он смеет вообще говорить так? И вот тогда же полубоги сражались с демонами, но потом они поняли, что это не они, а благодаря Брахме, Верховному Господу, они одержали победу, кто они сами. И если вы даже не способны понять свое малое существование И вот как же говорить не... И вот наша высшая цель должна быть лотосные стопы Бхагавана Парадпаракхилешвара, чтобы пересечь этот материальный океан. И духам. И если мы хотим обрести молоко от коровы, нужно доить ее. И чтобы встретиться с нашей высшей целью, мы должны думать о об этой великой абсолютной личности Рамачандре. Рамачандра может спасти нас. Кто еще? И вот Рамачандра говорит, если кто-то принимает прибежище у меня, просит прибежище у меня, я сразу хватаю его за руку и вытаскиваю из этого океана страданий. Вот эти слова значат материальный океан. Там мы находим лотосные стопы Рамачандры, которые подобны кораблю. Чтобы пересечь океан, нужно какую-то лодку, по крайней мере, или корабль еще лучше. И вот эти лотосные стопы Рамачандры подобны такому кораблю, на котором можно пересечь этот океан.
Birinchi, Birinchi and Brahma, Baba, they are also concentrating on the lotus feet of Ramachandra. Follow. Hitta tiyam panata pāra bhavad dipotam bande mahapurushate charanāre. I need to explain this slope long time, maybe 1 week. Очень обширный шлока, можно неделями ее обсуждать, но времени нет, к сожалению. Даже полубоги, они хотят обрести такое богатство, как Рамачандра имел. I can explain a skeleton discussion. Only skeleton discussion. I have nothing to do. Takta dustajjo surepsito rajya lokshim. Takta means living. Dustajjo, which is impossible to live. This kind of opulence, this kind of, you know, glamour, this kind of, you know, aristocracy, this kind of, you know, magistry, impossible. But Ramchandra, Рамачандра, он был настолько богат, настолько аристократичен, настолько великолепен, но он оставил это все подобное испражнениям. То есть он был настолько отрешен, что оставил все свое царство, все богатство без всякого сожаления. И вот он оставил это все, что ради того, чтобы исполнить, следовать словам своего отца. И вот как его вторая жена его отца, она Кайкеи. В общем, Дашаратху то ли укусил кто-то, то ли еще что-то. В общем, она высосала яд своим ртом из, ну, из этого места укуса. И это опасное дело было, и поэтому, ну, она вот так обрела его милости. Поэтому он сказал, что исполнит три любых ее желания. И вот это Кайкея сказала, не сейчас, а вот как понадобится, я скажу. И вот Кайкея хотела. И вот она, в общем, три желания у нее были. То, что Рамачандру отправить в ссылку в лес, Бхарата, ее сына назначить царем Айодхи. Но еще было одно. Но из Рамаяны мы знаем факт, то, что Рамачандра, он Каушалья Нандан. Мать Рамачандры Каушалья, а мать Бхараты Кайкея. И Шатугна и Лакшман, Сумитра, три жены было
у Дашарати. Лакшмана и Сатюгна, они сыновья Сумитры. И вот это было все сделано по воле Рамачандра, чтобы он отправился в лес, убил Равану, совершил множество лил. Если бы он не отправился в лес, то как бы это все произошло? Я на прошлой неделе говорил, на прошлом году точнее говорил об этой всей Сиддханте. И вот такая была взаимная договоренность. Кайки любила Рамачандру до безумия больше, чем своего собственного сына. Большинство времени Рамачандра, он был на коленях Кайки, она кормила его, обнимала, целовала Каушаля, его родная мать тоже. Но у Кайки было больше любви к нему. И как же она смогла попросить Дашаратху отправить Рамачандру в ссылку? Это очень сокровенный вопрос, иначе Рамачандра не мог бы совершить эту лилу. Множество прекрасных лил произошло из-за этого. И вот сейчас у меня есть очень важный вопрос. Один, в общем, преданные какие-то из России спросили. Я был во Вриндаване, по телефону им ответил, но сегодня хочу более подробно ответить то, что Рамачандра. Вопрос в том, почему те риши муни, они в Дандакаране хотели обнять Рамачандру, и почему Рамачандра, он отвергнул их предложение в Матхурасе, как мужчина обнимает женщину, и почему эти риши хотели обнять Рамачандру, хотя они не глупы. Они поклонялись Рамачандре с дасья, с настроением служения дасья. Дасья и даже внутри Нанда Махараджа и Шодам тоже дасья бава присутствует. Дасья бава очень обычная, популярная. Дасья бава, настроение служения. Это естественно. Даже в Ацаля расе дасья бава тоже есть. И в Сакья баве дасья раса тоже есть. Даже в Матхур расе это дасья бава тоже есть. И есть только одна особенность с Баладевом. Я хочу написать протестную статью. Он позволил какому-то ученику написать какую-то бестолковую статью, то, что Баладев танцует с группой Гопи Кришны. И вот, ну, Махарадж написал, точнее, это Баладева Пурниму, и никто не смелился ничего ответить по делу. Поскольку такой ерунды не писал ни гуру этого человека, ни его прагуру, ни вообще никто. Но они узнали от каких-то сахаджи на Радхакунде и написали эту ерунду. И поэтому вот под их влиянием написал такую ересь неправильную. И вот суть в том, что о Баларами я хочу сказать.
Баларам, он особый случай. Баларам, у него есть Дасья Бава. Только Баларам, он особенный случай. Баларам имеет Дасья Баву, Сакья Баву и Ватсаля Баву. Это особый случай. Дасья Бава служит Кришне. И Сакья Бава, Баларам всегда... То есть Баларам имеет вот эти все смешанные бавы, также старший брат Кришны, и также родительское чувство Кришны. И почему Муни-риши, они с Дасья Бавой молились Господу Рамачандре. И вот преданные спросили замечательный вопрос. Они следуют Дасья Раса Бхаве, как внезапно они захотели изменить свою Бхаву. Хотя я говорил вот во время коронавируса, вот Джива Татве, о Шриле Прабхупаде и его Ачарьятве. И вот в течение месяцев я говорил о Вишавайшнава Раджа Сабхе. И вот Шрила Прабхупад говорит, что я из-за моей неудачи я не смог убедить людей в этом. Я сколько пытался, но как Вриндаван Дас Тхакур говорит, после того, как я дал множество свидетельств, но вы все равно не принимаете это. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махаши говорит про себя. И вот Вриндаван Дас Тхакур говорит, что я готов ударить ногой таких людей по голове. В этом случае это говорит о его милости, то, что пыль с его стоп попадет к ним на голову и поможет им осознать все это. Но Вриндаван Дас Тхакур, он очень смирен, не на 100%, а два раза по 100%, и поэтому он может говорить так. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, мы можем говорить подобно огню и не заботиться ни о чем. Единственное, о чем мы должны думать, о Гуру, Вайшнавах и Бхагаване. А думать о том, что кто-то будет недоволен или доволен нашими словами, это не наше дело. Мы должны говорить об абсолютной истине и не бояться ничего. Если хотя бы один человек поймет, поймет и примет мою сиддханту, то, что я обрел от Гурудева, я буду успешен. Что говорить о массивной проповеди? Проповедь может совершаться перед тысячами людей, но подлинное благо достигнуто Дандукаре. Вот вчера Махарадж говорил среди многих слушателей Бхагаватам, один только достиг успеха, поскольку все остальные не приняли всего этого. Так и здесь многие слушают, но принять всю сиддханту Шрилы Прабхупады мало кто может. Because they are enjoying favor of whole world. The whole world misguided. Who is going to accept Guru? Whole world misguided. They are in search of honey, material honey. Whole world is in search of material honey. They are not in search of
И вот, к сожалению, люди, большинство людей этого мира не стремятся к лотосным стопам Бхагавана, и мало кто может сказать, если вообще кто-то может, что им нужны только лотосные стопы Бхагавана. Нет, большинство стремится к чему-то иному, к смешанному с Майей. И вот потребности, если потребность у людей не абсолют, то как они достигнут ее? И вот многие люди, не понимая, кто их друг, кто враг, считают наоборот, если кто-то говорит, что я гуру обманщик, то они вместо того, чтобы принять это с благодарностью, подумать головой, думают, что такой человек оскорбитель или еще кто-то. Но это указание Шрилы Прабхупады говорить истину, не боясь ничего, и с полным энтузиазмом. Мы должны изучать учение Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати. Это вопрос нашего выживания, а не вопрос какой-то борьбы. Это вопрос души. Я хочу помочь вам, но кто-то не принимает моей помощи. И вот то, что я хотел прояснить, хорошо, это Сиддханта хороша, что все риши муни, они хотели поклониться Рамачандре, Сиддхи Сарасве. Но о Вишвамитре Васиште, на Вишвамитре муни я хочу показать вам. Они иногда выражают настроение гуру. Я могу привести пример, вы поймете, сколько смирения, сколько значимости в его поведении. Рамачандра с Вишвамитрой он убил какую-то два Каракши, и вот она была убита. И после этого она достигла Митхилы, ну, какого-то сада снаружи Митхилы. И Вишвамитра сказал: «О Рама, я слышал, что Дашаратха уже пришел в Митхилу, чтобы встретиться с Джанакараджей. Хочешь ли ты встретиться с Дашаратхой, с своим отцом?» Рамачандра склонил голову: «О Гурудев, как вы хотите, как вы желаете». Он не смотрел даже в глаза Гурудеву. Он чувствовал себя стыдно. Сказал: «Гурудев, как заходите, так и сделаю». Он не сказал: «Да, сейчас побегу с отцом встречаться». Нет, он был очень смирен. Даже эта земля может растрескаться, видя смирение и искренность, и мягкость, и желание служения Рамачандры, его уважение к старшим. Сколько времени у нас есть все это обсуждать? Два часа, может, или около того, как можно все успеть за два часа? Это очень обширная тема. Я чувствую себя
неудобно, говоря кратко о таких великих вещах. Рамачандра, и вот Гурудев сказал, Дашаратха хотел женить тебя на Сите, но от с одним условием, без этого условия ты не можешь жениться на ней. В те дни различные условия ставили, как Драупаде. Да, Драупад Раджа какую-то рыбу подвесил. Ну, в общем, соревнование какое-то было. Подвесили рыбу куда-то к дереву высоко, и вот смотря на отражение этой рыбы в воде, надо было попасть стрелой прямо в глаз ей. Достаточно сложно. Вот кто хотел жениться на какой-то царевне, этой, как ее, не царевне, этой, ну, на дочери царя, надо было хоть кучу условий выполнить. И вот как Бхагаван Шри Кришна, он тоже так исполнил все эти условия и женился. Рамачандра тоже, он взял лук со стрелами. А Кришна в Матхуре, там надо было какой-то лук сломать огромный, и вот при встрече с Камсой. И Рамачандра, он также легко справился с этим заданием, подобно тому, как слон с легкостью вырывает дерево банана. А там еще лук тяжелый был, другие цари даже поднять этот лук не могли, не то что стрелять с него и попасть куда-то, еще видя отражение в воде. Ну вот Рамачандра с легкостью взял этот лук, поднял, приселился, видя отражение в воде и попал в глаз рыбы. И вот Сита Деви с гирляндой шла и думала, кого же принять в качестве мужа. И вот она увидела Рамачандру и предложила ему гирлянду. И вот Рамачандра, несмотря на то, что выполнил такую сложную задачу, он стоял смиренно, склонив голову, как будто ничего особенного не делал. На других посмотреть, которые делают какую-то мелочь уже, да, настолько горда этим. Рамачандра также был достаточно высок, Сита Деви пришла предложить гирлянду, но высоко достаточно было, она не дотянулась бы, и вот что же делать. И тогда Лакшман Махарадж понял ситуацию, что плохая ситуация. Лакшман прикоснулся к стопам Рамачандры, поскольку Лакшман, когда бы он не прикасался к стопам Рамачандры, Рамачандра: «О, мой брат, что ты делаешь?» Он наклонялся, и вот Сита Деви тогда смогла гирлянду ему предложить. И вот эта сладкая лила Рамачандры очень обширна. И хочу вот продолжить, почему эти муни-риши, они хотели обнять Рамачандру, в то время как у них была Дасья Бхава, почему она внезапно поменялась. И вот суть в том, что когда вы будете слушать Харикатху Падживи Татве, и вот там я уже ответил, что все живы, как вы, все я и каждый, у каждого есть особая сокровенная сварупа. Которая неизменна. Может, вы не можете обнаружить ее сейчас. Но она неизменна. Как я говорил в случае с Мурари Гуптой,
даже Бхагаван, сам, кто такой, сам Бхагаван, он просил Мурари Гупту, почему вы не совершаете баджан Кришне, больше расы вы можете обрести. И вот Сиддханта, который Махапрабху говорил. Рашена уткишате Кришна, эша расасстити. Regarding расататва, Кришна относительно расататвы Кришна гораздо более великолепен, безупречен, несравненен. И Махапрабху хотел утвердить это. Махапрабху никогда не оскорблял Рамачандру и не говорил о превосходстве Кришны. Махапрабху никогда не говорил так. Гуру Махарадж много раз повторил такую шлоку из Падьявали. Даже у нас нет права критиковать полубогов. У нас нет права оскорблять полубогов. Может, Кришна — это наш Верховный Господь. Но у нас нет права оскорблять полубогов. Муни и Риши, как они менялись, как они изменили эти Дандакарани Риши и Муни, они поклонялись Бхагаване, но в Даси Араси, как внезапно их раса поменялась. Я сказал, смотрите, это не внезапно. Я сказал, сокровенная сварупа внутри вас. Она неизменна. Иначе почему Мурари Гупта не смог, не изменил своего настроения, он плакал. Он решил даже совершить самоубийство, но Махапрабху пришел и сказал, давай свой нож. Какой нож? Не говорил же, давай нож мне. Не понимаю, какой нож. И Махапрабху сказал, не ври, я знаю, кто тебе нож сделал. Так что давай, Мурари Гупта расплакался. О, Прабху, что делать? Я хотел следовать вашим указаниям, но я не мог, не смог, поскольку я продал свою душу лотосным стопам Рамачандры, он мой поклоняемый Господь. И как я могу перестать поклоняться ему? И Махапрабху обнял его и сказал, да, ты прав, чтобы проверить тебя, я сказал так. Ты Хануман, твоя раса, Даси раса, как ты можешь ее изменить? И вот он, Анупаме, втором брате, младшем Рупы Санатана, то же самое. Он не изменил свою бабу, но как это возможно для Прабхутананда Сарасвати? И вот мой вопрос вам. Как это возможно для Прабхутананда Сарасвати Пада? Или Тирумал Бхатта? Или Гопал Бхатта Госвами изменить их настроение в то время, как они изначально совершает баджан Лакшми Нарайана Шрирангами. Пытайтесь понять, не будьте внимательны, что я хочу сказать. Изначально они поклонялись Шри Сампрадай Лакшми Нарайане. Как они изменили свою сварупу, поскольку
та сварупа в то время, она была неопределена еще. В то время, когда Махапрабху встретился с ними, и сварупа была скрыта, внешне они являли Дасья Бхаву, но изначально их сокровенная Бхава, Прабхудананда, это Гопи Бхава. Сокровенная сварупа Гупал Бхатта Госвами Гопи Бхава, но внешне они так себя ведут, как Валабхачарья. Валабхачарья, он поклонялся Кришне в Ватсалья расе. Но мы откроем читание Чайтамриту, и я покажу вам в виде славу Кришна Баджа, Кишва Кришна, Кришна в таком, подростковом возрасте. И как изменить эту бхаву, он получил, он был в Ватсалья Бхаве, и вот тогда ему посоветовали получить дикшу от Гададхара Пандита. И он начал совершать баджан в Мадхура-раса баджан. Но все же Валабха Сампрадая сейчас этого не признают, и в этом их слабость. До сегодняшнего дня вся Валабха Сампрадая, они не признают этого, что Валабхачарья получил посвящение у Камагайтри, все остальное от Гададхар Пандита. Они такого не признают, говорят, никакой связи нет у них с Гаудия обществом. Они говорят, что наш Валабхачарья, Валабха Сампрадая начал, Пуштимарг, но изначально они с Гуранги Махапрабху. И это их неудача, то, что они этого не признают. Я видел одного. Даже не одного, нескольких, многих. Как в случае с Бхакти Кумар Госвами Махараджа, на своей Канас Махарадж написал письмо ему, он был ачарья Шри Чайтанья Мадхава, о мой брат Боге, если вы не обижаетесь, как возможно такое? Да как он пишет насчет Акадыши, как Акадыши завтра, может быть, пересчитайте все и еще раз, как такое вообще возможно? И вот тогда наш Бхакти Кусум Шаман Махарадж, он сказал, да, действительно, я очень благодарен вам, и тут что-то там не учел, не посчитал, и поэтому неправильно посчитали, когда Акадыши, не говорю, что вы там негодяи, как вы смеете мне указывать, когда там Акадыши, и что там считать. Или Шридхар Махарадж, Кришнадас Бабаджи Махарадж однажды выгнал из Мадха, сказал, чтобы он уходил, но он собрал свои вещи, но там вещей мало было, поклонился, Шридхар Махараджу ушел. А вечером пришел опять, поклонился Шридхар Махараджу. О, мой брат Боги, я. О, кто сказал, вы сказали тебе уходить. Ну да, вы сказали уходить, но вы не сказали, что не приходить, поэтому я вот пришел опять. И вот мой Гуру Махарадж, он более, внешне более старше, чем Шридхар Госвами Махарадж. Но они как бы на одном уровне, но внешне Гуру Махарадж был старше. И он находился. И вот когда Шридхар Махарадж заболел, то Шрила Пури Госвами Махарадж сидел у него у дверей и плакал, просил не оставлять нас. Думаете ли вы, что это как-то неуважительно со стороны Шрилы Пури Госвами Махараджа? Нет, если один вайшнав говорит что-то мне, я приму его пожелания, его мысли, но в моей жизни я
но в моей жизни, к сожалению, мои братья-боги не столь дружелюбны. Вот одна была дхарма сабха на Бихале, меня пригласили. И вот меня пригласили и сказали, что если вы хотите защитить славу вашего города, вы приходите на эту дхарма сабху и говорите здесь. И вот, в общем-то, какая-то чувствительная тема обсуждалась. Ну, Махарадж в то время занят публикацией книг. Он сказал, что приеду. И вот мы поехали на эту дхарма сабху, вышли на Хавре, взяли, доехали до Бихалы. И вот я выразил почтение всем собравшимся, старшим или младшим. И вот один из моих братьев Боги был там председателем. Я чуть опоздал. И вот спросил, сколько можно говорить. Он там был, кто сказал, 20 минут. Ну, я 20 минут говорил, закончил. Все были удивлены, почему 20 минут только разрешили. Да что там записывать, пытались всячески препятствовать. Я не могу сказать, что я принял всю Сиддханту, весь характер Гурудева, но все же пытаюсь сделать лучшее из того, что могу. И и вот если какое-то общество будут выступать против абсолютной истины, против подлинной харикатхи, то такие общества очень быстро загнивают и распадаются, поскольку выступают против абсолютной истины. И вот тот пример, который я привожу. Валлабхатта. Он изменил свое настроение. Венкатбхатта. Я тоже привел пример Прабхудананды Сарасвати. Почему они изменили свою сварупу? Поскольку их сварупа не была еще обнаружена. Не было открыто, что-то они делали. Но когда они обрели общение с Чайтаньей Махапрабху. Пытайтесь вспомнить. И вот когда они обрели общение с Чайтаньей Махапрабху, это было подобно катализатору. Как в химии есть катализаторы, которые многократно ускоряют протекание реакции. И вот так их сварупа обнаружилась. И они обнаружили, что это более практично, более лучше совершать баджан Кришне. И в Аллахападе Махапрабху сказал такие слова. Shamrup is excellent.
Шемарупа, она великолепна. Возраст, такой подростковый возраст Кришны. И вот один Майавади принял, ну, в общем, изменил все свое настроение, стал преданным, и это в этом великолепие Гуранги Махапрабху. Дасарасана обычно. Ну, под влиянием Рамачандры их сварупа изменилась, и они захотели обнять и поцеловать Рамачандру в Матхурасе. Но Рамачандра сказал, поскольку в этой лиле я Марьяда Пурушоттама, в этой лиле я дал обет иметь только одну жену, и поэтому сейчас я не могу принять вас, но я благословляю вас в следующей жизни, когда я явлюсь в следующей аватаре в форме Кришна Чандры, тогда я могу принять вас всех. И я могу дать вам множество примеров. Гопи — это не я. А гопи, разные гопи. Тимунириши родились как гопи, не одного типа гопи, а разных. И вот когда Бхагаван Си Кришна, в общем, он исполнил их желания и принял их в следующей жизни. И вот если мы будем говорить о славе Рамачандры, это слава бесконечна. И вот на сейчас конец. Насколько великолепна лила Рамачандра, как ему служили обезьяны. У нас нет времени слушать это. Как-то потом... Сейчас постимся до 12. В дни явления Вишну-таттвы нужно до 12 поститься, а потом принять все кадышные просад. Если физически не можем поклоняться, то хотя бы в уме нужно совершить поклонение пуджу Рамачандре или Кришна-чандре. То есть они не отличны друг от друга, и в этом нет проблемы. И вот нужно приложить святые плоды Рамачандре и принять просад после 12.